Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 17 за возвращение Хантера, точнее еще историю. Ну что у нас? У нас здесь есть что-то новенькое открылось. Давайте посмотрим внешний вид. И что тут справа? Тату. Не, спасибо, тату не хочу я. Может передумаю, не знаю. Форма. Бутсы. Новые бутсы появились. Ну мне нравятся желтенькие бутсы. Все, окей. Так, тут у нас ничего такого интереса нет, тут то же самое, я не знаю, что дальше будет, поехали. В Чикаго до сих пор мы находимся, если не ошибаюсь, 2 августа. А, мы полетели домой, да? Here, let me get that for you. Ебать, его пристегнуло. Season's off to a good start already, eh, Hunter? Felt good to pick up a trophy, boss. But it will feel even better pick up a real one at the end of the season. Well, if you play in the Premier League the way you did on this tour, I'll have a great chance, lad. Glad to have your faith, boss. Ну да, мы это не прошли, это тоже не сделали. Учиться о том и заработали, да? Офигеть просто, вот это поворот событий. Дарья? Не, продолжить историю, конечно, нафиг мне это. Я... Тут уже FIFA 18, за 19 уже, какой там нафиг эти... Паки всякие, фигни. Теперь мы дома, снова дома, родимый дом. Так, мы в Лондоне. Что у нас там новенькое по одежде? Гардеробная. Футболки. Чем мне игрок больше нравится? Штаны. Фигня. Во! Сам раз. Форма. А чё в форме может? Бутсы новые, бля. Ёпты мать, вы свои бутсами заебете. Это еще не все. А, их тут миллион. О. Ну, мне желтый нравится, не знаю почему. Что-то мне хочется прям чего-то было. Отличалось от основного. О, а тут уже премьер-лига пошла, да? Да, они уже сыграли не 3 игры. Кто-то уже даже выиграл. Даже кто-то уже успел проиграть. А мы Crystal Palace что ли играем? Походу с Crystal Palace мы, да, вот тут даже новости, вот они, я что-то заметил с самого начала. Вот у нас тут новости говорят об этом. Что там было написано? Точно говорю, конечно, за титул будем бороться, еще как. Мы с Тату в составе, 10-11 место будем сейчас встречаться. Охуеть просто. So, new season. Some new faces. Back to work. This season we need to push ourselves more. Work harder. Every point is crucial in this league. So get out there and show me and the gaffer how much you want it. Let's do this. Окей. Босс сказал, надо сделать, да? Конечно, за Хантера играем. Что тут написано? Так, забейте гол в первой игре АПЛ сезона. Скрытые задачи, заработайте минимум 6 очков в 3 первых игровых матчах. Тату мама у нас тату появится, если мы это заработаем, конечно. Но мне кажется, что ничего здесь не получится. Английская премьер-лига стартовала. Сегодня мы смотрим первый матч сезона с участием действующего чемпиона Англии Арсенала. Да, всем привет! Мы уже все соскучились по английскому футболу и с нетерпением ждем начала матча. Помимо прочих интриг этого сезона и этого матча, будет очень интересно посмотреть, как проявит себя Алекс Хантер.
Он провел выдающийся первый сезон. В совсем юном возрасте уже стал чемпионом. И в этом году мы увидим, не скружил ли ему этот успех голову. И не был ли он слишком преждевременным. Шадран Мустафи. Номер 6. Лорен Кишелми. Алексис Санчес, представитель Nacho очень Mondial. Интересного поколения чилийских игроков, один из тех, кто стал настоящим звездой. Да, забивать он умеет и любит это дело, и думаю, сегодня мы в этом еще раз увидимся. В Англии совершенно нормальный предмет, считается памятником игрокам, которые только что закончили карьеру. Из уважения и благодарности за то, что они сделали для клуба, в частности, около Эмиры, здесь на то время особо. Да, и это, кстати, четвертая скульптура рядом с Эмирой в соседстве с легендарным тренером Гербертом Чепменом, защитником Тони Адамсом и, конечно, лучшим бомбардиром за всю историю клуба Гири Андрей. И что они там общаются, я не понимаю. Вообще без понятия. Лондонский Арсенал, на мой взгляд, в последнее время находится под сильнейшим давлением. Да, с тех пор, как команда взяла несколько чемпионств в начале 2000-х, как отрезано. Но это не означает, конечно, что впереди экономически... Все, пиздёж, блядь. Тут... Они говорят историю реального Арсенала, блядь. Ну не того, которого сейчас за Хантера, искусственного типа того, блядь. Как отрезали. Мы в прошлом сезоне заработали, блядь, Кубок Англии и... За Хантера, блядь, и премьер-лигу выиграли, который даже не ожидал, что мы выиграем премьер-лигу. Ну что, мы начинаем в середине поля, даем мы пас, это у нас Корсор, нет, это Санчес, Санчес. Матчи, будут забитые голы. Спасибо за пас, мы дальше пас даем. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. Ай, бля, Белерин. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Это может быть опасно. Базил тут у нас. Кристиан Бентеги. Корсор у нас играет тут до сих пор. Действие, и кто первым успеет к этому мячу? Начо Монреаль. Опа. Несут замечательно, просто замечательно. Блядь, ну пас, да подождите меня-то, парни, а? Куда вы там творите-то, блядь, чудо какое-то непонятное. Месут Озил. Санти Касорла. Блядь, пока он думал, я попросил пас, он уже потерял мяч. От кого ушло-то? От нас, да? Замечательно просто, офигенный расклад. Юан Кабай. Милевоевич. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Бентек. Матизаки справляется. Блять, мяч. Ну беги давай, бля. Куй ты как истукан стоишь. Это не честь. Это фифе, блядь, как истукан. Ходит, бля. Гранит. А тут некуда, блядь, давать пас, блядь, на самом деле. Вообще про все закрыто. Санти Касорло. Касорла Гонсальц. Ювелирных передач и неординарных ходов сегодня будет... Спасибо. Я в сайт убежал, блядь, сука. Да ты мне пас себе попросил. Надо раньше был пас давать мне. Да пиздец просто. Тут за километр видно, ё-моё. Что в сайта убежал. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Мячом Алекс Хантер. На Зиу по мяч флангу, блядь, фиговый, опоздал. Собственную атаку. Бля, приебал сам себе мяч, а. Бентеки. Так, Асур справляется, но мяч у них остается, они выходят к воротам. Бля, что вы творите, бля, ёбаный, как это так можно было пропустить гол? Вы видели этот гол? Я просто в шоке. Как так можно было такой гол пропустить? Как? Да как? Да, неприятность приключилась. Но что поделать, даже великие игроки. Он побежал обратно. Как сильнейший себе ворот забил. Заебись, расклад вообще. Охуенно повтор. Бля, это блядь, охуительный пас.
Преокупас, это, блядь, гол офигительный, блядь. Кассивнит в прошлом сезоне нас спас, блядь, мы вошли в финал Кубки Чудовищный Англии. По своей нелепости мяч, можно только пожалеть. А сейчас у нас жопа. Мы должны, блядь, за три матча взять 6 очков, блядь, парни. Гонсалес. Месут это Кузи. Надо как минимум 3 победы, ой, 2 победы. Жак. Вот такой игрок, который мы сейчас показываем, это пиздец Арсенал творится, атакует. Блядь. И чё я, блядь, творю, не знаю. Можно начинать атаку в обратную сторону. Бля, чуть-чуть не хватило, а. Великолепно провел предсезонные игры Алекс Хантер, как, впрочем, и весь Арсенал. Напомню, что они не только выиграли международный клубный кубок, но и победили команду всех звезд МЛС. Так сказать, два подарка в одном флаконе. Блядь, действительно, сука. И наверняка найдутся те, кто пока скажет, я хочу выбежать. Что, мол, предсезонные матчи – это несерьезно. Но, друзья, это именно те игры, которые настраивают команду на весь будущий сезон. Они отлично сыграли в турнире, завоевали важный трофей. И, конечно, вишенкой на торте стала победа над сборной всех звезд МЛС. Вильфрид Са. Мяч отобрал. Который матчину, блядь, отнимает мяч. Пока у нас ребята мячик держится, блядь. Касорла Гонсалес. Карманный плеймейкер. Это про Санти Касорла. Огромные габариты, он умудрился сделать свои... Бля, я не знаю, кому там пас хотели дать, бля. Очень тяжело. Касорла удивительно ловкий футболист. Бля, игра пиздец идет. Я не знаю, что делать. Это может быть опасная атака. Попытка с дистанции неудачно. Очень далеко просто было до ворот. А вот тебе, получай, невидимое рогатое чудовище. Вообще Йорк, ничего не сделали. Ты сегодня жжешь, похлеще футболистов. Неудачно действует не Алекс Хантер, мы ждем от него большего. Конечно, мы ждали от него большего. Все-таки он слишком редко угрожал воротам и почти не тревожил. Я ни разу не ударил по воротам, бля, потому что мяч не доходит до меня нифига никаким чудом. Начо Монреаль. Блять, вот тут, тут нахуя. Компьютер, ты тоже, бля, просчитывать удары, бля, лучше, чем, блядь, это Кристоф Пэлас, блядь, его пропускает 2-0. Вот это, блядь, матч. Вот это просто матч. Кристоф Пэлас нас ёбает, блядь, ебать его нахуй. Вот это, блядь, реальной жизни Арсенал, нахуй, блядь. Первый тур, блядь, мы проёбываем за счет 2-0 уже, первого тайма. Касорла, блядь, не прикрыл. Хуй тут Касорла делал, блядь, вообще. Пять защитников, ёптвою мать, вообще пиздец. Чех не успевает, блядь, через кувырок его делать. Охуеть, блядь, вот это игра, вот это матч, вот это, блядь, просто слов нифига не было. Все, конечно, она заменит для втором тайме, это 100%. Ведь мы не забьем. Гол. Ну а переходим ко второму тайму. 0 ударов, 0 без ничего, блять, охуеть, просто что творится, непонятно. Я что-то не то делаю, я не понимаю. Футбол на Эмирейтс, едем. Я дальше. С одиночную игру только, блядь, второй сезон играю. Точнее, футбол. Я никогда в жизни этим не занимался, блядь. Посмотрим за этой атакой. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Санти Касор. Блять, это пиздец просто, что творится, блядь. Гранит Джак. Причем Алекс Хантер. Эктор Бильерин. Блестяще, как от дерева ушел. Заебись, блядь, от дерева он ушел, блядь, нахуй. Убежал, прям видно. Такими действиями игру не обострить. Энтеке! Я бы охуел бы, если третий гол был. Касорла меняет. Возможно, свежий игрок принесет. Где Кушер выходит? Такой Касор, бля, меня поменяли, нахуй, бать, нахуй, пиздец. У меня конец, нахуй, всей карьере. Ёбаный рот, чё я творю, я вкусный. Лоран Кусини. Уилшир. Месут Озил. Слушайте, какая культура паса всё-таки у него, а? Я попросил пас, и ничего не дали, да? Бля, парни, может, разыграете сами без меня, а? Вы, по ходу, ничего не справитесь. Никакой... Блядь, ты заебали за ним гоняться. Просто блядь, невероятный переход. Хантер.
Джек Уилш. Итак, правее. Первый удар по воротам, блядь. Плохой удар. Вы ебанутый. Кто на плохой удар? Если удар есть, значит, да, он что-то дает, блядь. Это можно в данной ситуации винить игрока. Ну ты ударил, как ударил. Похвалили Хантера, похвалили, блядь. Все, замен нас заменяет, да? Нет, Джаку пока меняет. Мы последний будем, скорее всего, на ревде. Но мне покосил тот, что автогол посильнее. Вот это больше всех страх был, блядь. Ревди Джек лучше теперь у нас на поле. На момент, блядь, хороший пас на Санчеса. Здесь Санчес, справляется мяч от Обра. Бентеки. Милевоевич. Начо Монреаль. Рэмзи. Я сам затормозил атаку нам. Отлично сыграно, надо решать. Прекрасная игра. Блядь, ну что вы творите-то, а? А что у них вот могут и боты делать, а вы не можете нихуя. Хантер! Сделать, блядь, это вообще пиздец просто. Там есть кому сделать, блядь, передачу. Блядь, сука. Джоэл Уорд. 15 минут до конца основного времени матча. Давай, Жиру, выходи, блядь, вот так вот и ебучий Арсенал мяч, блядь. Арсенал в атаке. Ебался просто, блядь. Куня тут страдает, блядь, а? Ай, блядь. Мяч летит в сторону ворот. Все, у нас заменят. У нас заменяет сейчас. Арсенал будет вбрасывать. Да, нас меняет. А девятый Лаказета. Лаказета уходит на поле. Хантер, ты сегодня не готов к этой игре. Мы приебались еще на 2-0. Результат остатки. Смотрит остаток матча. Результат сделаем. Посмотрим, что будет. Ну чё, бля, победили вы или приебали вообще полностью? Семьдесят восемь минут, ничему не сделали, стартовый состав нам дают деньги. Нам похуй, мы деньги зарабатываем на этом, блядь, ебать. Вот это первый матч, блядь, пиздец. Рейтинг у нас чуть упал. Тут поднялись статы. Далее. Общий 76 у нас. 2-2. Охуеть, ничья. Без нас 2-2 сыграли. Они смогли забить этот счет. Ебать, он нахуй, это пиздец. Я не знаю, как они это вытащили, но они это вытащили. Блин. Они как-то это сделали. Каким-то чудом. Так, мы в Лондоне, опять у нас такая фигня, и тут что-то написали опять. Арсенал, Алекс Хантер зарабатывает на очко, блядь, мы вообще не заработали, Арсенал молодцы. Блядь, а на очко это хуёво. Да, ну, это начало сезона, не очень страшно. Так, о чем я? Это мы потом посмотрим, 10 место, это не важно в данный момент вообще. В начало, вот, забить гол в первой игре АПЛ в сезоне мы не выполним. Я не знаю, и я, блядь, хуйней страдаю, и они там пиздец, я только хочу атаку сделать, какую-нибудь придумать. Бегу, блядь, со всех ног туда, блядь, ебать, в центр, блядь, чтобы мне постараться открыть, блядь. И тут они проебывают мяч. Как всегда, как и в FIFA 17 было. Ну, блядь, предсезон хорошо сыграю, почему здесь, я не знаю. Проклятие Арсенал, можно сказать. Ну ладно, на этой ноте мы остановимся. Следующий мы... Я всегда буду уже заканчивать в этой FIFA 18. Стараться буду заканчивать после матча. Какие, сколько там по минут серии, я не знаю, будет. Ну, будет тут такая ситуация. Там 20 минут, там может быть 15, может даже фиг узнает. Может 30, может 40, фиг узнает, что будет дальше. Ну что, увидимся в следующей серии таких прохождений. Всем удачи вам и пока!